Начнем мы с экстренного сообщения из Тараза. В городскую детскую больницу поступили 19 детей из средней школы номер 21. По словам медиков, у детей отравление неизвестным газом. Их доставили с симптомами неожиданное возбуждение, чувство страха. Сообщается, что дети начали метаться, у них была паника. Семеро из них находятся в реанимации. Состояние троих удалось стабилизировать, но четверо пока в тяжелом состоянии. Родители школьников дежурят у больницы. Также есть информация о взрослых пострадавших. И, как нам только что сообщили полицейские, задержали 17-летнего ученика этой школы. Предположительно, это он распылил баллон с газом. Сейчас его допрашивают. Подробности в наших следующих выпусках.